Видеокурс «Стриттай. Неуязвимый уличник». Узнай, как оставаться нетронутым в уличной драке, убойную комбинацию, а также как работать лоу-киком на улице. Ссылка в описании под видео. Итак, последняя комбинация убийственная, которую я тебе дам, она делается в основном в атаке, конечно. То есть ее можно делать после того, как ты разорвал дистанцию, и когда ты видишь дистанцию, что противник уже явно идет тебя бить. То есть, чтобы не ждать от него удара, ты просто начинаешь эту атаку первой. Эта комбинация довольно-таки опасная, поэтому бить ее надо также, то есть думая, да, так как в ней будет первый удар, это левый лоу-кик, и он будет нацелен именно в пах, именно не в ногу. Конечно, если ты чувствуешь мощь своего лоу-кика, ты можешь его пробить, ну, по внутреннему бедру. Но для надежности, для, да, такого результата наверняка, как говорится, его лучше бить, конечно, в пах на улице. То есть суть всей комбинации. Левый лоу-кик сразу работаем в пах, добавляем сразу же левый прямой. То есть у тебя должна быть такая связочка. Раз, два. Это очень неожиданно. Перевод с ноги на голову. Обычно, да, то есть он идет здоровый такой пацан на тебя. Ты сразу пробиваешь пах, он подгибается и чисто, очень чисто и хорошо получает левый прямой в голову. В левый прямой нокаутирующим ударом очень редко бывает и навряд ли будет. Поэтому мы продолжаем сразу правым апперкотом. Задача подбородок. То есть пробил в нос, сразу правым апперкотом. И уже здесь, делая прихват или беря в клинч голову, что еще более лучше. То есть старайся заклинчевать, наклонить его и уже работаем коленями. Один-два удара колена будет достаточно. И еще раз вся комбинация. Нарабатываю с тенью на мешочке и уже потом с напарником. Вся комбинация. Левый лоу-кик, левый прямой, правый апперкот и колено в голову. Как это будет выглядеть с напарником, сейчас покажу. Итак, применяем ее на атаке. Идет борзый дядька, такой, говорю, стой, он не понимает. Сразу левой ногой даю между ног. С напарником это все делать аккуратно, чтобы серьезно не дать между ног. Сразу даю левым лоу-киком между ног. Он подгибается левым прямым. Я его достаю отсюда правым апперкотом, добавляю, беру за голову, то есть двумя руками я сразу захожу за голову ладошками. Ни в коем случае не перекрещивайте пальцы. Просто ладонь на ладонь или ладонь на ладонь в захват. Беру, наклоняю его голову и отсюда раз, два, колено. Но этого будет достаточно. Дальше можно уже, скорее всего, противник просто упадет на пол. Возможно, до ударов коленями дело и не дойдет, но когда даже он будет падать, то есть встретить коленом, очень даже хорошо. То есть все, я стою, вижу сразу, раз, не раздумывая. То есть на меня уже сунет агрессивно настроенное быдло. То есть ждать, пока он ко мне подойдет и лбом ударит в нос, я не хочу. Поэтому говорю, стой и уволю. И он идет не понимать. Сразу бью левым лоу-киком между ног. Он наклоняется отсюда сразу. Левый прямой будет в голову. Правый апперкот сразу снизу, подниму его немножко. Дам ему расслабиться, чтобы он подумал. И отсюда просто захвачиваю, наклоняю. Когда я делаю захват головы, я не делаю ее с дистанции, да, на прямых руках. Я вешаюсь ему на голову. То есть я ее хватаю и поджимаю к себе к плечу. И как бы сверху на голове вешу. То есть я ему не даю никаких шансов подняться. Я просто на нем вешу. И отсюда колено. Достаточно одного-двух ударов. И еще раз это в динамике, скажем так. И еще раз на лапы. Вот этого будет вполне достаточно, чтобы закончить поединок сразу.